По информации правоохранителей, в начале 2015 года мужчина промышлял грабежами вместе с двумя подельниками. Отобрали сумку и телефон у 48-летней женщины, а после – кошелек у пенсионерки. Сообщников мужчины задержали, а ему удалось скрыться. Данный гражданин был раньше притягивался до криминальной ответственности за вчинение грабежу, а также розбійного нападу. В подальшому он был оголошен в розшук нашим Балаклійським судом. В середине августа этого года преступник наведался за мясом на ферму в Савинцах. Когда его заметил охранник, мужчина, испугавшись разоблачения, ударил пенсионера ножом в живот. Спустя две недели пострадавший скончался в больнице. На днях подозреваемого задержали. Что-то говорит после того, как вы задали ему удар? Да, говорит. Что сказал? Я об этом спросил. Что вы спросили? Сказал, что простой дальше. Жить будешь. Він сказав, буде. Що ви далі зробили? Положив його. На даний час слідчі дії тривають. Мешканець в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України затриманий та знаходиться під вартою. Мужчине инкриминируют разбой, грабеж и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Елена Нагорная, Елена Захаренкова, медиагруппа «Объектив».